В рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Новое поколение» реализуется комплекс мероприятий по поддержке талантливой молодежи. Правительством Омской области для поощрения молодых деятелей науки вручается молодежная премия. С 2010 года ее обладателями в размере 58 тысяч рублей стали 14 молодых ученых. Ежегодно с целью повышения престижа рабочих профессий проводится конкурс «Лучший по профессии» среди молодых специалистов Омской области. За годы проведения программы победителями конкурса стали 19 молодых специалистов. Организовано участие делегаций Омской области во всероссийских и окружных образовательных площадках. С 2009 года реализуется проект «Молодежная культурная столица». За эти годы такой столицей стали город Исилькуль, Таврическая, город Тара, город Калачинск. В этом году участников и гостей проекта встречал Черлакский район Омской области. В мероприятиях приняли участие молодежные коллективы и исполнители из всех муниципальных районов и города Омска. Всего более 1000 участников. На протяжении 5 лет омская молодежь достойно представляла наш регион в молодежных дельфийских играх России и СНГ. Призеры дельфийских игр становились лауреатами премии поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта образования. Под эгидой Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта действует Омская областная лига КВН. Проводятся турниры среди школьников, студенческой и работающей молодежи. Ежегодно проходит Кубок губернатора Омской области. Оказывается финансовая поддержка омским командам для участия в международных турнирах. Команда «Полиграф Полиграфыч» и молодежная сборная принимали участие в играх высшей и премьер-лиги Международного союза КВН.